Хай, друзья, хай, Ютуб, с вами Алексей Афончин. Видите, иду по улице, иду на работу. Грузчиком буду работать. 150 тысяч миллионов долгов у меня. Долги нужно отдавать. Мне уже звонят, угрожают. Обещают приехать, яйца оторвать, ноги поломать, как моему брату. Ему же тоже ноги поломали. От долгов убегал. Я хочу быть своими ногами, поэтому иду на работу. Да, пойду грузчиком работать в ночь, ребята. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Нету у меня донатов, нету ничего, поэтому я ухожу с Ютуба. Меня не будет, пока я не приеду с вахты. Стримов тоже не ждите, ничего не будет. Я просто буду работать, зарабатывать деньги. 150 тысяч миллионов нужно отдавать. Хотя раньше, друзья мои, да, раньше, друзья. Так вот, друзья мои, раньше у меня было все. У меня была машина, у меня был бизнес. Но в бизнесе меня кинули, поставили раком и трахнули в жопу. Но бизнес у меня был. Золотая цепь была, кольцо было, носки, трусы, ботинки были. Тачка у меня была. Вы ж видели, да, мои ролики раньше? Я пришел на YouTube, у меня все было. Все потратил на YouTube, все YouTube сожрал. Ни хрена не осталось. Поэтому, друзья, придется мне идти работать. Я ухожу с YouTube, друзья. Да, ухожу. Все, буду работать. Буду работать. Иду вот на работу. Пора. Так что, ребята, не ждите. Не будет ни стримов, ничего. Нету донатов. Все я делаю зря. Ничего не получается, никому ничего не надо, вы меня не цените, вы меня не любите, друзья. Да, во, видите, зеленый свет сразу же загорелся. Это говорит о том, что мне у нас зеленый свет горит на работу. Идти работать грузчиком. Бургер Кинг, да ну нахуй это вообще работа, я не понимаю, почему я должен работать, блядь. У меня было все, все было. Я был богатый человек. Я в порно снимался, мне платили там деньги. У меня было 2000 баб. А сейчас я ухожу с Ютуба. Да-да, друзья мои, я ухожу. Все, ребята, не ждите меня. Пока я не отдам долги, я буду работать в ночь. В ночь буду работать. Днем буду ходить в спортзал, а ночью работать. Да, друзья. 150 тысяч миллионов долгов у меня. Блять, погода еще такая мерзкая, уебищная. А я, блять, тут иду, блять, эти лужи. Баба какая-то с собакой идет. О, лают, ходят тут. Матерятся эти собаки. Все, друзья, я ухожу с Ютуба. Да, на работу. Работать приду. Все, пока, друзья. Пока. Хай, друзья, хай, Ютуб. С вами Алексей Афончин. Короче, поработал я день, ночь. Меня оттуда выгнали с работы. Сказали, что мой контент, который они посмотрели, не подходит им по их корпоративным правилам, порядкам. Так что, друзья, ждите. Сегодня в 21 час будет стрим. Все мы будем на стриме. Всем здравствуйте. Всех вас жду, друзья мои. Сегодня мы с вами поговорим, как вернуть бывшую. Я вам расскажу историю про моего подписчика, которую я нашел сегодня в Гугле на сайте Woman.ru. Как вернуть свою бывшую. На самом деле, парни, бывшую возвращать не надо. Не надо бывшую возвращать. Но я вам расскажу, как ее вернуть. Все, друзья, до встречи на стриме. Всем удачи, всем пока. С вами был Алексей Афончин.